Надоело смотреть на сапера? Всем привет, меня зовут Александр, и мы продолжаем играть в Панзар, но на этот раз мы играем за орка, а точнее за берсерка. Я этого персонажа только что создал и решил заснять первый бой за этого персонажа, так сказать, для потомков. В общем, решил заснять, посмотрим, что будет. За берсерка не играл, не знаю, год, наверное, больше года, наверное. В общем, изумений здесь пока что ничего нету, так что посмотрим, что выйдет из этого. В общем, керн, дубина, ярость и... Так, и... Вот так вот. И еще разочек. Давай. Ну, блински. Оу. А, кстати, да, вот у меня нику орка генерал Дайхун. Да, ну так вот. И вырвался на первое место, но... Как так, у него фейсблат, и он... Но... Нафиг знает, короче, вообще, пофигу. Будем рубилово устраивать. И... Понеслась! Убийство! Прекрасно! И... И еще разочек. Да, самое главное, сейчас пишется генерал Дайхун. Вот так вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, блин, не та кнопка, не та кнопка, не та кнопка. Я не ту кнопку поставил, блин, на умение. Ар, как я путаю эти кнопки все. Давай, хиляй меня. Хиляй меня полностью. Ну, блин, давай, давай. Ха! Ну ты хиллер, чтоб тебя, якобы хиллер. Арр, не дотянулся. Ой-ой-ой-ой-ой. А, это наша. Сейчас убьют. Какого? Арр, да что ж вы творите-то? Чем ману включаете? Убийство должно быть. Только сокрушать врагов. А, не трогай. Так. На тебе в лоб керном. А, я забываю про это. Ну, понеслась. Что ж за хиллер-то у нас такой? Хороший. Хилом пытается убить. В смысле, пытается убить противника, при этом хиляет. Ух, прям от бога хил. Не трогать этот темп, чтоб от всех. Уже завалили. Ах ты маленький говнюк.
Ой, зря я туда пошел. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ладно. Давно, давно не играл за орка. Вообще забываю про элементарные скиллы. То вот про этот скилл. Вообще забываю. Вперед. Так. Понеслась. И пауэрка. Я молодец. Керном убил. Керном убил. Да я вообще нереален. Конечно, это было случайно, но, блин, убить керном? Это, конечно, да. На тебе! Воу-воу-воу-воу, начинает стрелять. Давай. Надо хила их не вызывалить. И... Ну, магичка-то сюда зашла, ты вообще молодец. Вот так вот. Грабь, круши, убивай всех. Всех на дубинку. Кстати, хил-то стал хилять по-нормальному. Так, и вот так вот. У меня привычка, когда он так начинает размахиваться, я по ходу размаха кручу мышку, как будто бы это прибавит хоть как-то силы. А, не знаю, почему у меня такая привычка, но, блин, это прикольно. У каждого свои какие-то замашки. Вот у меня такая. Кстати, из-за этого я очень часто промахиваюсь. Прям вообще. Прям, ух. О, а у них тоже есть фреза? Прикольно. Ну, наша фреза, значит, очень сильно тащит. Прям в спину. А, запинали. Просто затоптали. Толпой просто... Ах, ладно.
Эх, получится ли выйти на первое место? Успею ли? Успею! Скоро мы это выясним! Да. Фигово мы это собрались выяснять. Оу, все, короче. Поперла смерть за смертью. Тороплюсь, пытаюсь хоть кого-нибудь всучить дубину в зубы. А тем временем фреза вылазит. Хорошо, прям. Первая, по-моему, еще будет точно. Прошелся-то по ним прошелся, но вот как-то не очень получилось. Не успели зафризиться и... Так. Вовремя чухнул. Ой, такой урон получил. Напряженная битва была, прям даже порой слова сказать не мог, как насколько был сосредоточенный. Ну вот, как-то так получилось, не лучший игрок, эх, что поделать. Но зато, что у нас? О, лучше по опыту за убийство, лучше по опыту за урон. Эх, жаль, не лучший игрок боя. Ну вот, как-то так вот и все у нас получается. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока!